Всем привет! Сегодня я хочу сделать такой небольшой обзор по орхидеям, которые я пересаживала не так давно из керамзита в пеноплекс. Вот эта орхидея, я ее называю розовая орхидея, она сидела в керамзите, и у нее была проблема с корнями. После того, как я ее достала из горшочка, на вид она была красивая, с красивыми листьями, у нее были большие бутоны. И после того, как я ее достала из горшочка, казалось бы, вроде все хорошо, но когда я ее достала, корни там были никакие, чтобы не сказать, что их там практически и не было. У меня есть видео, где я это показываю, как орхидея пострадала, когда сидела в керамзите. И вот теперь, когда я ее пересадила, а пересадила я ее 21 июля, то есть прошло месяц и 3 недели, и я ее пересаживала с большими бутонами. Орхидея чувствует себя прекрасно. Где-то там внизу у нее есть корешки, там даже водички есть немножко, те такие остатки какие-то там. А вот сверху корешки, это те, которые были воздушные у нее, но я их поместила туда, в этот вазу, и они там находятся в вазе, когда я поливаю, заливаю их водой, я их брызгаю немножко. Ну и, в общем, орхидея вот так вот благодарна, очень благодарна расцвела. Это у нее старый цветонос, на котором она разбудила две почки и дала две вот такой потрясающей красоты веточки. И вот это вот у нее новый цветонос, на котором она тоже распустила уже сколько? Раз, два, три таких красивейших цветка. В общем, орхидея себя чувствует замечательно. Сидя в пеноплексе, ей достаточно света, достаточно воды, ей не холодно. В общем, чувствует замечательно. Я даже вот по своей собственной неаккуратности очень случайно поломала ей вот этот листик, о чем я очень сожалею, нельзя. Я вот так вот его отогнула, а он оказался такой хрупкий. Не каждый лист можно вот так вот перегинать. А вот этот я так перегнула и нечаянно его поломала. Я очень об этом жалею. Я мне просила прощения, говорила, ну извини, я не хотела, я нечаянно. Ну вот получилась вот такая вот восхитительная красоты орхидея. Она и купила я ее с двумя цветоносами. Один я отрезала, когда отцвел, один оставила. Но она хочет и любит цвести двумя цветоносами. Вот такая потрясающей красоты орхидея с такими большими крупными цветами. Название я пока ей еще не нашла. Пытаюсь найти название. Ну, это очень сложно, потому что много таких похожих орхидей. Если кто-то узнает, пожалуйста, подскажите ее название. Ну, вот такой вот потрясающей красоты орхидея. То есть, как бы, небольшой такой итог. То есть, можно пересадить орхидею даже с плохими корнями в пеноплекс. Можно пересадить орхидею с цветоносом с большими бутонами. Она перенесет хорошо. То есть, если вы это сделаете все аккуратно, если вы это сделаете быстренько, и если вы это сделаете, ну, вот в такой материал, как пеноплекс. То есть я чем дальше, тем больше убеждаюсь, что этот материал вот сейчас очень даже и очень неплохой. И орхидеи дают очень неплохой результат именно в этом материале. А вот моя потрясающей красоты большая розовая орхидея. Я ее так все время называю, пытаюсь найти ей название. И последнее название, на котором я как бы остановилась, подходит по размерам. Подходит, я имею в виду, по размеру цветка. Обратите внимание, какой здесь по величине цветок большой. 11 сантиметров, 12. По расцветке подходит, по форме лепестков. Это очень походит на розового лебедя. Такой есть. Попался мне такое название «Розовый лебедь», по-английски «Pink Swan». Что интересного в этой орхидее? А интересно в ней то, что эта орхидея у меня
была пересажена не запланированно, а совершенно случайно. 30 июля, а в июле я, если кто смотрит меня частенько, то помнит, что в июле я пересаживала свои большие орхидеи, вот такие, с большими цветоносами. Я их пересаживала из керамзита в пеноплекс. И эту орхидею, когда я собралась ее пересаживать, наклонила горшочек, хотела вытрясти половину керамзита, а потом через там недельку или через сколько-то дней вытрясти вторую половинку, так сказать, приучать орхидею, то керамзит высыпался весь. Совершенно случайно он высыпался, и мне пришлось ее, как бы сказать, скоропостижно пересадить. И очень я волновалась, как эта орхидея перенесет, потому что у нее был большой цветонос с большими бутонами. Ну вот, как вы видите, орхидея перенесла это замечательным образом. Можно посмотреть видео, где я рассказываю об этой незапланированной пересадке. Это видео 30 июля, я там внизу под этим видео положу ссылку на него. Если кто хочет, может посмотреть, в каком она была состоянии. Это орхидея, какие уже были у нее большие бутоны. И вот сейчас она вот так цветет. Сентябрь, такая красота. Она цветет своим этим огромным цветоносом. На нем вот таких вот три веточки есть на этом цветоносе. И она уже на каждой веточке распустила цветы. Вот так вот. То с этой стороны показать ее, так сказать, вид сзади. И это вид спереди. Орхидея очень красивая. Ой, не падай. Ей много пришлось перенести в свое время, потому что она у меня чуть не погибла. Я случайно отравила свои много орхидей неправильно рассчитанной концентрацией удобрения. В общем, мы очень долго с ней выживали, боролись, но тем не менее выжили. Вот она дала такие потрясающие листья. У нее там замечательные корни внутри, и она продолжает растить еще много корней. И вот она вот так вот красиво расцвела. Это второе уже домашнее цветение. Она цвела в начале этого года. И это вот у нее второе домашнее цветение. Я вообще в восторге. Выглядит она замечательным образом. Огромные розовые цветы и еще масса бутонов. И она их продолжает раскрывать. Вот сейчас я вам подниму так вот аккуратненько веточку. Так вот, осторожненько, осторожненько веточку. Вот видите, она раскрывает еще один цветочек на самой вот этой вот нижней веточке. Ой, в общем, красота неописуемая. А что я хочу сказать? Мораль всей басни. Что орхидею можно пересаживать с большими бутонами. Можно пересаживать с цветоносом, который имеет большие бутоны. Ну, очевидно, это зависит от того, во что вы будете пересаживать и как вы будете пересаживать. То есть, если вы это сделаете аккуратно, в подходящий субстрат, то орхидея, в общем-то, и не заметит того, что произошла вот такая пересадка. А в данном случае я бы сказала, что орхидея даже это и очень понравилось. Расцвела, листья в хорошем состоянии, он такой тургор, ушки такие он стоящие прямо, а не листики какие-то, корни замечательные. В общем, орхидея чувствует себя прекрасно. Красавица. Ну и такое небольшое резюме в конце этого видео. То есть, если вы еще не попробовали орхидеи посадить пеноплекс, попробуйте. Может быть, у вас тоже получится вот так очень неплохо, как и у меня. Вот так вот они у меня стоят здесь возле окна. Получают много солнца. Это южная, то есть не южная, это солнечная сторона. То, что у нас в Новой Зеландии, солнечная северная сторона.
Ну, я закрываю так гординочкой, чтобы прямые лучи их не пекли. Потом отодвигаю, когда солнце уходит. И вот так вот орхидеи чувствуют себя замечательно и прекрасно. И с такой благодарностью расцвели это все орхидеи с домашним цветением. То есть некоторые даже со вторым. Поэтому могу порекомендовать, что можно пересадить орхидеи и с большими цветоносами, и с большими бутонами, и все будет у вас хорошо. И у орхидей тоже. И я вам желаю, чтобы это было всегда так. И всего вам доброго!